Гарда, Тамона рассказала, что она с Беллой встречалась в ресторане в Батуми. Рассказала, что она с ней переписывается. Сказала, что если захочет в Ереван поехать, она поедет. Это ей решать. То есть Белла... Добрый вечер, Белла. Хочу вас спросить, вы помните, вам когда нужен был видео, который я записал, а у вас не записался, вы не успели? Ну, у меня такая же ситуация с видео у Давида правозащитника, когда мы разговаривали, и вы 100% его записали. Можете мне оказать услугу за услугу, которую я вам оказал, и послать мне то видео, я тоже хотел бы им поделиться. Или это невозможно? Сегодня что разговаривали? Привет. Нет, у Давида правозащитника. Помнишь, когда ты зашла, минут 20-15 мы общались? Ха-ха, хи-хи, говорили, спорили. Камран, смотри, если он эфир открывал, а я гостем заходила, то я записать не могу с экрана, потому что без звука все получается. И поэтому я такие записи не делаю. Я только могу записать, вот, когда чужие заходят, а я просто слушаю. Но... Если хочешь, я могу у Давида попросить. Я думаю, что он даст. А, Белла, ты мне обещала, сказала, что скинешь видео. Я, в отличие от тебя, сдержал слово. Я тебе обещал и скинул. Ты даже мне не сказала, что он ответил да или нет. Ну, окей. Ты призываешь всех кидать жалобы на мой аккаунт. Окей. Дальше. Ты реально думаешь, что ты такая крутая. Вот мне просто... Окей, заблокируют второй, третий, десятый аккаунт. Белла, дальше что? Что дальше будет? Что вы без меня делать будете? Просто скажи мне, что вы будете без меня делать? Камран, видео не мое, поэтому я тебе не могу скинуть. Я у Давида попросила, он мне его не дал. Если бы оно у меня было, я бы тебе дала. Это во-первых. Во-вторых, что я буду делать без тебя? То, что я всегда, всю свою жизнь без тебя жила. Это во-вторых. А в-третьих, ты сам первый снял видео, где попросил всех нас блокировать. Видео про санкции. Пересмотри.